Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни, также Димка и Кустик. Мы находимся в GTA 5, и это, ребята, у нас шоу «Хороший и плохой выбор». Здорово всем, пацаны. Okay, всем привет. Итак, друзья, вкратце правила этого интересненького шоу. Прямо сейчас у нас есть огромная трасса, части которой мы уже видим, которую сегодня мы и будем проходить вместе с ребятами. Мы начинаем нашу гонку на одинаковых тачках, но потом меняем их уже на какие-то случайные из контейнеров и проходим трассу дальше. Цель быть первым, поэтому, друзья, ставьте лайкусики. И, друзья, мы берем пока машину. Диман, бери себе синенькую. Ты будешь у нас первый старт. Тихо, дай ему сесть сначала. Подожди, дай ему сесть, братан. Короче, все, мы вернулись, ребята. На 4 мы стартуем. 1, 2, 3, поехали, пацаны. Let's go. Окей, мы начинаем. Ого, давайте, пацаны, у вас там битва, да, так понимаю, начинается. Минус Кустик. Кустик почти минусовался. Я слышал, я все слышал. Окей, я не слышал. Да, дай угадаю, Ешка была, да? Ой, Диман. Да, Ешка, спасибо, Димана. Пердынули. Короче, на самом деле, я потихонечку трассу прохожу, друзья. И я понимаю, что трасса будет интересная, поэтому Диман... Да в смысле? Ты что, ты столбом? Кого столбом? Чего столбом? Я Диман столбом придавил. Тебя Диман придавил столбом? Да. Что-то новенькое, интересненькое и непонятненькое. Да, нет, да. Ты его сломал, он на меня прям упал. Он, короче, улетел, это... и да, ты пока там ехал. Так, хорошо, друзья, как вам машинка, по идее, резко так прикольненькая, да, если я не ошибаюсь. И, короче, как у вас дела, пацаны? Я смотрю, что вы немножко страдаете. О, выбор! Так, ну, пацаны, я пошел направо. Здесь, значит, телепорт, поэтому осторожненько. Без машины, главное, не улетите, потому что это может быть... О, у меня есть аперта, пацаны. О, тачки-то хорошие, куда здесь? О, ребята, окей, начинается гоночка. Я улетел без тачки. Понимаю. Слушай, у меня прикольненькая тачка, прикольненькая Феррари. У вас там вроде бы Ламба была и Зенва, если я не ошибаюсь. У кого что? У тебя Зенва, у Димона Ламба, да? Хорошо. Окей, друзья, на самом деле... Ой, нужно попасть. Попади, попади. Я попал, нормально ты спиральку сделал? Ой, меня размотало по жести. А я проехал нормально. Меня просто размотало. Прыжу. А, реально? Блин, ну короче, надо... О, Диман врезался. Да тоже, Диман тоже врезался. Здесь не надо разгон. Не надо разгон брать? Я перелетаю, все. Ты перелетел, да? А, понимаю. Но я, в принципе, разгоняюсь и тоже полетел. И чё? Я долетаю? Понимаю. А, долетаю. Я долетаю прям идеально, пацаны. Да, я там врезался. А ты здесь где-то? А, я тебя тоже вижу. Слушай, ну, а Диман уже прилетел. А, ёб, отбойник! Я здесь, да, я за вами. Понимаю. Что такое? Я тебя не видел. Ты меня вынес чуть-чуть. Ну окей, интересно, ребята, прикольненькие тачки. У меня уже просто Феррари в хлам разбито, гляньте. Чего, блин? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что она еще? А че она? Че я так несет? Серьезно? А здесь мы, короче. Я почти тоже запрыгнул. Там надо было в колечко попасть, я не попал в колечко. А я пролетел тоже колечко и немножко так вот. Опа, хорошо. Ну что же, на самом деле. Не надо прыгать. Не надо? Реально? Мы вернулись на обратно или что? Че, куда? А, я разгоняюсь. Нет, это другая. А, другая, да, уже труба. Интересно, окей. Я тоже подумал, что мы туда же вернулись. А, да, все вижу. Интересно, ребят, я пока вроде как вас догоняю потихоньку. Тебя раскрутило. Тебя раскрутило, хорош, значит, есть шанс тебя догнать. Ой-ой-ой, что-то я тут вырезаюсь. Почему Диману жопа? Нормально, он меня просто столкнул. Серьезно? Да. О, я не видел тебя. Я тебя не видел. Понятно все. А надо было далеко пацаны, как бы, или что? Я прилетел, мой избан. Я прилетел тоже. Я врез... Я цепанулся, короче, а ты, а я цепанулся, получается, этого колечка и... Ой-ой-ой-ой, размотало меня. Да-да-да, и газу, идеально, идеально. Ой-ой. Да? А вы перелетели, да, или что? Он вы перелетели? Я почти засейвил, я засейвил еще на вот этой платформе, чего? Которая я вижу. Без поворота. И Костя тоже здесь, че, пацаны, понимаю. Пока-пока, пацаны. Ого, что, ну как-то не затормозил у меня. Так, ну ладно, пока Диман первый, Костик второй, я как бы вас потихонечку... А что? А Диман вообще фуфил, он упал на дорогу. Чего? Тут бусты стоят, что ли, я не понимаю, на... Я нашел. У меня, короче, очень странно машина ехала. Так, ну ладно, я, короче, ребята, еду пока за вами. Спасатели. Гоу тут спасатели? А, да, телепорт в конце трубы был. А, понимаю. Так, я здесь пока, ну, вроде как проезжаю без проблем. И, короче, сейчас мы здесь телепех. А, вот вижу телепорт и... Что здесь у нас? Гоу тут спасатели. Поехали, пацаны. Let's go. А, здесь без смены машины, типа, или что, получается? Прямо так и едем. А что за элементы сверху? Не знаю, эй, алло! Братан, пока. Понимаю. О, меня тоже раскрутило. А я засейвился, у меня все хорошо. Ема, Диман полетел. Мне кажется, здесь? Плохо сделано, надо немножко позже выезжать. Думаешь?
А где у нас? А, спасатели! Это же у нас вообще пляж Лос-Сантос. Ебать объектов, чё? А чё с ними, да? Ты понял, здесь их много. Так, а куда здесь? Вы тупо ошибаетесь, я первый буду. Не, подожди, братан, это не дорога к спасателям, подожди, это не то что-то. Куда это? Это не то что-то. Это в доке дорога, это не, это не спасателям. Тут можно к спасателям. Реально? Ну, короче, ладно, я вроде как поехал. А, Диман, ты скажи, где ты находишься? Да, и знать, где находишься. Я уже почти у спасателей. Серьезно? Мой сам почти, да. Ну, я уже почти приехал. В городе куча всяких объектов разбросаны. Я не знаю. Метров 500 осталось, потому что я проезжал окуня. Гонки можно устраивать какие-то. А, Диман, реально куст впереди. Да как здесь? Что здесь такое? Что за объекты странные? Где мы вообще едем, я не понимаю. Ой, я вижу выбор. Реально? Понимаю. Да. А, спасатели. Блин, а куда здесь ехать-то? Куда здесь ехать? Байки, пацаны. Я байки, короче. Офигеть, там Диман уже шуршал. Серьезно, блин, уже. Ну да, 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 да. Я здесь еще, короче. А что, кого ждать-то? Блин, просто реально Диман поехал быстрее. А, Костик летит, гляньте. Видишь? Неплохо ты полетел. Подожди, то есть нужно по идее. О, здесь капец, нужно объезжать. А как здесь проехать? А что если? А я здесь проеду вообще? Чего? Ну, короче, на самом деле все окей в целом. Но на самом деле, да, Диман поехал быстрее нас, как-то, ну, по-умному, что ли. Я прям вообще, конечно, да, поехал он спрыгнул, не так. Там, тихо-тихо, врезал все я. Так, а вот вижу тачку Димана. Диман поехал по центру, я поехал налево. Окей. Так, я сейчас выбираю тачку. О, а что за машина такая? Это, а, это Баси у меня, по идее, да? Это байки-байки. Да ёпарасте, можно я сяду на байк? Машина-байки-бати. Машина-байки-бати, да. Так, у нас здесь мы телепихнулись, и где мы? А, куда ехать? О, окей. Тут, получается, такие вот прыжки. А, да-да-да, все, я понял, это мы сейчас сюда. Кто же второй едет-то? Я пока второй. Да, я последний еду. Кус пока третий, но... я упал, я упал, да-да-да. Вот, ну, пока нет. Я пока еще второй, братан. Да что ж такое-то, как ты так отлетаю? Ну, по идее, да. А кого какой байк, пацаны? Диман, тебе какой байк, скажи мне? А, я понял, как у меня горный, получается, Кавасаки какой-то, а, горный. Нагасаки? Нагасаки. Это короче, уже из Киберпанка пошел. Это вроде бы этого звали, Нагасаки, если не ошибаюсь. Ну окей, друзья, тем не менее, я пока прохожу гоночку неплохо, но Диман пока впереди. А здесь нужно правее, да, упасть? А, я упал, но я пока поехал. А, ну я вижу, я вижу, упав, да. Я пока вижу все элементы, которые нас ожидают, типа, но в целом... Ой, слушай, ты тут так прикольно срезал, на самом деле тоже хочу. А здесь типа нужно. А подожди, а можно как-то заехать здесь? Стенку уперся. А, можно было так проехать. А, все, пацаны, здесь было проще. Здесь было все проще, оказывается. Ну, окей. А я прям по куполу проехал и все. А, я понял. То есть не по лесенкам, а тупо по куполу проехал. Так, ну ладно. Я вижу, куда нам ехать, но как туда проехать? Здесь без лабиринтов, надеюсь, просто типа по прямой, да? Я упал. А, ты упав, хорошо. А как вы проехали эти плиточки? Плиточки, но по ним так и проехали. Быстро ездили. Быстро ездили, говорит. Так, давай. Вот так вот, хорошо. И прямо на платформу так вот. Ой, подожди, а здесь. А, здесь надо, по идее, типа, вот так вот с краю проехать, чтобы. А там как. А здесь, типа, мы. А, Диман! Пока. Все нормально. Пока, я буду первый. Привет, Дима. А, не давай, да. Так, я, короче, упал, поэтому давайте. О, нужно туда, прямо. Ой, я отрикошетил, хорошо, пацаны, нормалдес. Я так, тоже отрикошетил, хорошо. Диман пёрнул, я слышал. Чё Диман сделал? Это был не я. Диман, ты понимаю, кофе с утра выпил, да, или что? Не, это кофе выходит. Я упал. Спасибо, что уточнил, что там из тебя выходит. Ну, оно же бодрит, как бы ускоряет. Да, ускоряет. Ой, нитро прожал, я понял. А как туда прыгать? Диман, нитро прожал. А куда там? Тут надо. Она считает, дело Нагасаки. Да подожди ты. Все, я его скинул, давай, поехали. Понимаю. Так, пацаны, пожалуйста. Блин, Нагасаки точно решает вопрос. Во, все, на изях. Так, здесь у нас go to ангар, пацаны. Go to ангар, нужно ехать в ангар, все. Вниз прыгайте и, пацаны, давайте за мной. В принципе, здесь можно было, пацаны, можно было просто вниз упасть и все, и поехать в ангар. Да. Здесь просто, понимаете, здесь чекпоинт оказывается. Да, пацаны, нужно ехать сюда, оказывается, куда здесь. А, там был проезд. О, выбор, так, я пошел направо. Я пошел направо, сколько через... лет живу, ни разу не знал о том, что... О, Ривьера, пацаны, что написано? Go to Trevor! О, мои, пацаны, читачки! Вы читайте, потом расскажете, куда там надо ехать, я поехал. Подождите меня. Ах ты фуфлина. А как здесь?
А чего вы такие быстрые? А здесь, а, я знаю, как здесь проехать, братанчик. Здесь, здесь все проще оказывается, поэтому да. Окей, хорошо, ну, гоночка интересненькая пока получается у нас, поэтому, друзья, ставьте лайкусики за такие прикольненькие интересные гоночки, и, короче, а вы как поехали? Я просто прыгнул здесь. А куда там снизу едет? В смысле, вообще прямо по краю... Диман, ты по окраине едешь, типа, это? Я поехал, да. Серьезно, зачем? Ну ладно. Я с диваном поеду. Я лучший. Ты лучше? Ну, успокаивай себя этим. Успокаивай себя этим, потому что сейчас я попытаюсь... А, Тревор. То есть, в принципе, если мы сейчас сделаем вот так... Ой, куда ты заехал-то? Не, нужно было немножко не сюда, поэтому... Типа мы сейчас... На магистраль, он еще на магистраль выйдет и там поедет, точно? Да, точно... Кстати, да. А зачем я съехал с магистрали? Все правильно, Кус говорит. Так, это мы сейчас заезжаем сюда, и теперь мы... Ты чё там, Андрей? Слышишь ты? А чё? А в смысле Гера стоит на дыбке? Это вообще нормально? Все в порядке? А почему Гера на дыбу встает? Подождите секундочку. А как бы здесь проблемка, пацаны, небольшая? Какая проблема? Какая проблема? Вы потом поймете. Вы поймете чуть позже, чем проблема. Дороги, я справа по магистрали лечу уже. А я здесь проеду? Чего? А почему справа? В смысле? Можно... Я такого не ожидал. Да вы чё, рофлитесь? Короче, элементы трассы, еду. Которые... А, ты уже по шоссе поехал, да, получается? Здесь да, я. Конечно. Ё-моё! 700 еду, пацаны. Бандура. А ты понял, что... Ой, все, я понял, как ехать надо было. Я это мы сейчас нашел. Сюда. Да, ну прыгай. Короче, все, я на 60 тоже заехал, в принципе, друзья. Теперь можно уже нет, ехать нет, на ура. У вас нет шансов. У меня, наверное, осталось, может, километра 3. Серьезно? Ты по GPS поехал, да? Ты по GPS? Не, я не ставлю никаких ситуаций. GPS, я просто как бы, ну... Короче, я на 60 выехал и... А там впереди какие-то еще элементы я вижу. Просто, короче, я поехал через город, я хотел по шоссе как бы проехать, а там получается, что... Я не по городу поехал, я через промышленный район. Ты сейчас охренеешь, я почему? Ты что, летишь? Ты сейчас охренеешь. Ты что, летишь, что ли, просто? Посмотри по карте, я перелетаю в Вайнвуд. А, ну лети, я, короче, по шоссе, в принципе, топлю. Не, я около Теремыш съеду, то есть в таком духе. Я уже у Тревора. А, ну хорош. А если мы сейчас сделаем красивый прыжочек? Ой-оу, хорошо, ой-оу. Я в аэропорту уже. Ты прям в аэропорту? Все, я приехал к Тревору, а что тут надо, куда? Я приехал к Тревору. К Тревору. А не знаю, Диман, там что-нибудь есть у Тревора? Ну, пацаны, я извиняюсь, ну, пока ничего не вижу. Пока ничего не видишь? А в гараже, может быть, что-то есть? Посмотри, посмотри, потому что я, в принципе, тоже подъехал к Тревору, пока я тебя вижу. А, я в аэропорту тоже. Я слежу за Диманом. Я ничего не понимаю. Я за Диманом пока слежу, что там, что нету, что ли? Серьезно? Или что? А, вот вижу, да. Я вижу телепорт. Где он был? У меня машина не заглохла. Подскажу. Так, ты вроде бы был где-то сбоку и исчез. Не-не, он вроде бы был где-то сбоку и исчез. Здорово. Здорово. А где ты исчез-то? А где он исчез? У меня чек загорелся. Да ё-моё, может редагер уже... А, вон там чек прямо, прикиньте, где стоит. Исчез. Так, я телепортнулся. О, выбор. А, итак, я беру выбор справа, пожалуй, и... О, жестко. А где, неплохо. Конты? Где конты? Ёпка, не знаю, пацаны, у меня конты стоят, и я, ребята, стартую. Диман уже поехал, Диман нужно как-то догонять, поэтому сейчас мы славливаем, короче, ускоряшки. Понимаю, и... у меня без контейнера, короче, машина стоит. Серьезно? Прикольно. Да. Батя, так это твоя машина. А, серьезно? А где машина? Какая скорость, Димон, скажи мне? А там это, там должна быть красная Феррари, ботан, какая там Феррари должна быть. На самом деле, прикольненькая тачка, вроде как я быстрее Димана, во всяком случае, и, друзья, интересненькая гонка. Ой-ой-ой-ой, у меня было 320, если я не ошибаюсь, поэтому да, у меня в итоге джеска была прикольная. Так, здесь у нас интересненькие гоночки, друзья, я в принципе... У меня просто машина отстой. Машина отстой. Отстой. Прям отстой. Прям но, отстой. Возможно, я не знаю, потому что вон там вижу, что Кус там справа едет. Да поворачивай давай, Джеско. Блин, ну окей, я в принципе по скорости быстрее Диман, но Диман управляется лучше. Так, а здесь, а здесь стоперы, да, сработали. Так, здесь сейчас оффроуд гонка. О, Диман полетел, Диман подлетел, хорош, хорош. Нет, я не на первое место. Видал, как я проехал? Красиво. Вообще хорош. Полетел, полетел. Давай, Диман, лети куда-нибудь. На самом деле это не прикольно. У вас машины 300 набирают, у меня 150. Не, я думаю, у тебя Феррари хорошая была, я думаю. Нет, она шлифует, и 150 есть. Так, здесь, короче, ускоряшка. 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 А как здесь ехать? Здесь, типа, не важно, как ехать получается. Ладно, я поехал слева тогда. Так и быстро. Я уже в городе. Ема, я Димана обогнал. Дамбу. Реально? На изи просто. Блин, не, я прям хорошо. Ну, Танюшка, это, прожми ускоряшку, братан, потому что не мы понял. Прям очень хорошо пошли. О, я знаю, как рискануть. Рискануть? Диман, срезать нельзя, езжай по трассе, в смысле рискануть? Я тоже знаю, пацаны, езжайте по трассе, алло. Я езжу по трассе. В смысле? У меня машина плохая. Да вы что, прикалываетесь?
Понимаю. А куда прыжок? А для кого трассы вообще сделаны? А, мы опять здесь, мы же здесь ехали сегодня. Вот что это за элемент трассы был, ты понял? А вот и Диман. Да, прикольно. А вот и Диман, хеллоу. Хеллоу. Димана мы обгоняем, поехали дальше. Да, это элемент... Так большая получается? Ну, получается, да. Там вроде будет дома из банка еще арены они были. Все, я понял. А там. А, Кул же прыгал. Ты как прыгал, бро? Там нужно как-то далеко прыгать или что? А вот все, не скажешь. Не скажешь? Ой, кажется, я зря так полетел. А, Ямая полетел. Стоишься, красиво, ровно ворота. Финиш где? Я не вижу финиш. Эти ворота были финишем. Не, братан, это не было финишем. Если это было финишем, то я уже выиграл, но это не финиш. Но я пока еду неплохо, а пацаны. А что, Диман срезает, он просто прыгает. Диман, алло, в смысле? Диман, ну ты чё? Понимаю. А что вы делаете? Я все понимаю, конечно, но этого я не очень понимаю. Ё, парасоте! Нормально, я пока еще здесь. Ну, ладно, Диман фуфил, друзья, но я пока еду первый. Хочешь жить, умей вертеться? Ну, так ты, конечно, глист, умеешь вертеться. Так, ну окей, на самом деле... Опарыш чисто такой. Ой! Опарыш? О, ребята, там... Вижу финиш, кажется, да, если не ошибаюсь? Понимаю, у меня просто машина в конце плохая выпала. А я чё, перелечу? Что это было? А Диман? Диман не перелетел? Я вижу финиш, я его перелетаю! Я его перелетел! Диман! Нет! Диман финишировал! Да ну! Я все финишировал. Я перелетел, но потом я финишировал. А где Кусик? А вот давай скинем, да, скинем. Он прилетает. Фига, да, говорит, плохая машина. Он и прилетел, смотри. Вот это, да. Все, ты даже не попал. Плохая машина, говоришь. Пока, пока. Ребята, ставьте на Кусики, за прикольники, угарники. Ролик сегодня мы делали испытание с выбором. Интересненькая была трасса. Собираем 3000 лайков. Выходит новенькая серия по этой рубрике. Ну, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока, ребят. Пока-пока.